Всем привет! Всем привет! Поехали еще по путешествиям. А мы находимся рядом с санаторием Радуга. Деревня Катаевцы. Деревня Катаемся. В деревне... Нет, подожди, я хотела сказать. Давай. В деревне Катаевцы мы катаемся. Во. Да. Вот посмотрите, слева можем вам показать. Лошадки, которых нельзя кормить. Вот они там, кушают. Да плохо видно. Их тут почти не видно. Ладно, поехали дальше. Как это плохо видно? Вот, все видно. Лошадок видно? Видно, написано лошадей. Кормить запрещено. Но мы кормить их не собираемся, мы поехали просто покататься. А мы поехали по улочкам, поедем. Ну посмотрим. Нет, только вот эта вот по суше сейчас улочка, мы по ней поедем. Вот тоже дом, видимо, давно построили. Почему давно ну, ты так решил? Видишь, снег вон, все тут. Керамзитные блоки. Нет, керамические. Ой, что-то как тут трясет, слушай, мне кажется, моя стабилизация тут вообще не играет роли. Тут, так, ну тут уже это все равно грунтовочка. Угу. Просто залез, да, и ну давай. Посмотрите, домики. Домики шикардосные, конечно. Угу. Вон беседочка. Ой, вообще так здорово, с камнем-то снизу по цоколю. Да, обалденно, да, с беседкой-то. Беседка, нет, дом. Деревянный. Улица, улица Юнга. Интересная улица. Интересно. Юнга, да. А, смотри, вот такой домик, да? Симпатичный. Да, слушайте. Вот тут, конечно, дома уже такие большие, современные. Такие ух-ух. За заборами. А там что, выезд куда, интересно? А там, по-моему, загружен, развернемся сейчас. Так, давай тогда тут развернемся, да? Ну, там сейчас. Там уже, по-моему, тупик. Ну, там в лес, по-моему, дорога-то это. Лес? Лес, видишь, эти самые теплички. Ага. А что там в тепличках, интересно? Кто-то знаю, что-то сажает. Наверное, что-то. Ну, а здесь тупик уже, тут развернемся. Давай, разворачивайся. Да, тупик. А смотри, березовый лес-то какой красивый, это, да? Видимо, это тут сажают, да, березовый лес. Интересно, мы здесь ни разу в жизни не были. Да, я думаю, и многие из вас, кто нас сейчас смотрит, тоже здесь и ни разу не были. Показать вам, да, часть современных каких-то поселков. Я думаю, что застройка тут, ну, буквально лет 10, да? Наверное. Дома до этого новая. Я думаю, что тут вообще было поле, скорее всего. Животные держат, наверное, да? Вот это строить. Не знаю. Не могу предполагать, кого там держат. Ну да, здесь. И хорошо тут гребут. Снег, видимо, гребли всю зиму, раз все уже растаяло. Угу. Наверное. Жарко, да? Да, жарко. Вот я тоже думаю, что жарко. Там тоже дома. Ну там это улица, которая не проездная сейчас, потому что там слякоть такая горя. Здесь, ты видишь, щебни насыпали, здесь можно ездить сейчас. Ну так я думаю, сбросились, наверное, да и сделали, да, себе благоустройство-то какое-то, да. Судя по домам-то, тут как бы не бедные, наверное. Я думаю, что да. Но этот дом, мне кажется, давненько уже стоит. Уже подржавел. Не знаю, почему здесь строят. Лошадки, лошадки, лошадочки. Может, все-таки шапочку посеять? Да, лошадка там лучше. Ладно, все, кушай. А небо-то сегодня какие, какое красивое. Прям голубое-голубое. Слышь? Встал как-то странно. Ну, я думаю, что это ученик встал посреди дороги. Нет, женщина прямо. Ну, так женщина и встала посреди дороги. Все правильно она сделала. Встала посреди дороги, что?
Ну, а тут такие уже домики. Маленькие. Маленькие. А вон можно было и по той улочке проехаться. Уж за одним уж тут доснимаем ролик-то. В деревне, в деревне Катаевцы-то. Да, нормально. Я не знаю, проездная. Она сухая была. Она сухая. Ну, такая. Вы хотите плиты? Плиты, да. Нормально. Нормально. Поехали. Опа. Улица Садовая называется. Улица Садовая, деревненьки Катаевцы. Деревеньки Катаевцы. Деревеньки, да. Вот дом такой большой, деревянный. Да. Ну, слушай, дом. Вот эти дома уже, это уже как раз деревня. Да, это деревенские будовнички. Да, 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 да. Это вот уже... Тут, наверное, уже никого не закрыто. Закрыто. Может быть, участки продают. Продают, да. Видишь, если тут строят такие дома огроменные, значит, все-таки участки пользуются спросом. Наверное. Значит, их покупают. Да. Я думаю, они все равно, наверное, подешевле, чем около города. Хотя, ну, да, не знаю. Хотя не факт. Не факт, да. Не знаю. Рядом с санаторием Вятский... Фу, все, Вятский Увал. Рядом с санаторием Радуга... Не факт, что дешевые, да. Какой дом, смотри, серенький. Папа. Какой-то интересный цвет такой. Серый. Там тупик, сейчас разберемся. Дом. Вот такой прикольный домик. Здорово, да. Папа. Собака, думаешь, или? Там была собака. Тут-то дома тоже такие. А вот здесь уже тупик нарисован. А хотя в разные стороны дорога все равно там есть. Ты можешь к лесу? Да. Ты там похожа, наверное, дорога. Ты видишь, там лужа. Поехали-то прямо. Куда тупик? А там мы развернемся? Как должны. Все туда ездят, как ты. Плохая дорога. Вижу, что грязь. Здесь такой щепеночка. Ну, щепеночка. Ну, тут домики такие маленькие. Ну, вот этот кирпичный, мне скажут, он маленький. Справа. А-а-а. Ну, заехали вот так мы в тупичок. Сюда развернемся. Мы должны. Мы небольшие перья. Вернемся. Разные. Да, с крыши упал снег. А что делать? Надо было. А его и так, наверное, чистили. Забор погнуло. А мы уже возвращаемся. Я тебе говорю, жарко. Сейчас Велюшу вообще расстегну. И видишь, расстегни-ка курточку до конца. Душновато, да. В машине стало душно. Дай-ка открою чуть-чуть, пусть проветрится капельку. Ага, вообще душно. Душно. А ты еще лекарство. Да, запускай, пожалуйста. Все, поехали дальше. Слушайте, уже в машине душно совсем становится. Вообще кондиционер вроде как страхово. Заболеть можно. Вентилятор немножко включили. Душновато, душновато, да, все уже жарковато. Надо уже, если ты просто в машине катаешься, надо одеваться уже даже полегче, слышишь? Вот заборчик деревянный, вот там вот проехали как раз. Он смотрится гораздо симпатичнее, чем вот этот металлопрофиль. Он как-то естественнее. Ну понятно, что металлопрофиль, он как бы долговечнее вроде бы, да? Но слушайте, если за деревом следить и его подкрашивать, то вообще с ним ничего не будет тысячу лет.
тысячу лет. Ну, за ним же надо следить. Да. За деревянным-то забором. Да. А кому ходца-то? Евроштакетник. Ну, да. Ну, хотя бы выход, как евроштакетник. Неплотный. В ту сторону тоже дорога есть. Угу. Ну, кому понравилось такое видео, пиши, ставь лайк, подписывайся на канал, а мы поедем дальше. Всем пока. Всем добра и всем пока.